Письмо седьмое написал его курьер королевы Тоники. Да. Он нам рассказывает, что он находится на Ночи-Си рядом с королевой, потому что надо передавать из рук в руки королеве всякие сообщения и вопросы. Угу. Не если курьер и принцесса соединились вместе, тогда в королевстве появляются два чертика. Точно. У принцессы красный цветок, а у мальчика синий курьера. Красные ноты на линейках – это девочка, а между линейками синие – это мальчики. Но как-то раз принцесса Субдомината и курьер, они тогда полетели на дельтаплане, а потом они сначала висели над деревом и пытались поймать мисс Ми и королева Тоника. Ага, сыграй, пожалуйста, как они висели на дереве. Угу. Покажи, кто кого пытался поддержать. Вот курьер пыталась поймать королева Тоника, ага. А принцессу мисс Ми. Да, хорошо. Получилось у них их поймать? Нет, когда мисс Ми отпустила руки, они в одну и ту же лужу упали. Угу. А как называется интервал принцессы и курьера? Тритон. Хорошо.